Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про колесные танки, расскажу про всю ветку и затронем побольше десятку. Панарт, Паенхард, Парад, ЕБР-105. Вообще не важно, как он называется. Что хочется рассказать про эту ветку. 6-7 уровень, в принципе, никаких проблем не вызывает. И там все, в принципе, легко и просто. Играются танки обычно и не вызывают никаких возмущений. Что касаемо восьмерки и девятки, то здесь уже все не так просто. Конечно, есть стабилизация у 8 уровня и альфа 240. В принципе, казалось бы, все нормально. Танчик быстро ездит, но когда переключаешь режимы, он притормаживает. Это бесит. Управление вдоль всей ветки отвратительное. На всех любых кочках танки разворачиваются колесные в любую сторону. Абсолютно рандомно, непонятно вообще куда. Управлять колесными танками всеми неудобно и неприятно. Очень тяжело управлять. Это минус для всей ветки, я его больше обговаривать не буду. Запомните, что управление крайне сложное. Также у восьмерки еще обзор 310, такой же, как и на 7 уровне. Это крайне мало, и на мой взгляд, обзора на 8 уровне должно было быть примерно 325. Чтобы вдоль всей ветки было видно и заметно развитие, чтобы ветка как-то просматривалась по одному и тому же геймплею. Поскольку восьмерка, девятка, на мой взгляд, проседают. Хоть и за счет стабилизированной пушки на открытых картах иногда можно настрелять урон на 8 левеле на колесном, то в целом в большинстве случаев на этом танке будет играться крайне тяжело. И на мой взгляд, ему немножко не хватает и обзора, и приятности в управлении. Также все колесные танки еще имеют такой минус, как большой размер при отсутствии брони и очень маленький запас прочности. Это у всей ветки так. В принципе, 8 уровень мне не понравился. Хоть и в некоторых боях на нем можно было вытворять чудеса. Но мне не нужно в некоторых боях. Мне нужно, чтобы я в каждом бою имел возможность играть в игру, а не ждать, когда подвернется случай. Что касаемо 9 уровня, он поприятнее в управлении, чем 8. Обзора чуточку больше. Но альфа 240 на 9 левеле при маленьком количестве хп, при отсутствии брони, при большом размере, при маленьком обзоре, при неудобном управлении 240 альфы это мало. На мой взгляд, на 9 уровне альфа должна была быть 280. Почему? Потому что на 10 уровне альфа 390. И в принципе вдоль всей ветки не просматривается последовательное возрастание ни альфы, ни обзора. Все сделано тяп-ляп, обзор растет непропорционально, альфа растет точно так же коряво. На мой взгляд, ветка на 8-9 уровне проседает. Если 6-7 уровень все идет гладенько, последовательно и понятно, то на 8-9 уровне какая-то дыра в пропасть, которую большинство захочет пройти за свободку. И на 10 уровне резкий подъем вверх и по обзору, и по альфе. Давайте теперь заострим внимание на десятке. Почему же я считаю, что на 10 уровне резкий скачок вверх, имбовость танка 10 уровня на голову выше, чем 8 и 9. И на мой взгляд, это не сбалансировано. Я не хочу сказать, что десятка прям имба, но 8 и 9 уровень на фоне десятки очень слабые. Чтобы реализовать десятку, нужно 30 раз вспотеть. И это только за один бой. Играть в целом на десятке мне понравилось, это был интересный новый геймплей, но управление все такое же неприятное, как и на всей ветке. И только этот момент меня отталкивает наслаждаться колесными танками. Когда ты едешь на большой скорости, на любой кочке твой танк разворачивается в любую непонятную сторону. Это очень неприятно и бесит. Меня это раздражает, я к этому привыкнуть никак не могу. Я уже даже немного привык к тому, что танк не может крутиться на месте, а ему нужно поворачивать. Но когда ты едешь и твой танк в рандомную сторону сам повернул, к этому привыкнуть невозможно. Также еще из минусов у всей ветки очень маленькое пробитие. Но на 6-7 уровне в принципе пробития хватало с головой. А вот уже на 9-10 уровне пробития вообще не хватает. На 10 уровне пробитие основным снарядом под калибром 190 это крайне плохо. Поскольку подкалибер на расстоянии теряет очень много пробития, больше чем все остальные снаряды. Но у нас есть и некоторые плюсы.
в виде максималки 95, которая очень быстро хорошо набирается. Очень хорошая маневренность, танк очень хорошо поворачивает. Также еще хорошее пробитие фугасом. И не нужно недооценивать фугасы этого танка. Наносят они урон по ватным танкам очень хорошо. На мой взгляд, на этом танке нужно возить все снаряды, поскольку иногда нужно пострелять под калибером на дальняк, поскольку под калибера скорость полета снаряда 1300, то попадать будет легко. Но нужно стрелять по танкам, которые не бронированные, потому что пробитие 190 и это под калибер. Также еще нужно возить много кумулятивов, чтобы кого-то пробивать с пробитием 240. Но вдаль кумулятивом стрелять на упреждение тяжело, поскольку скорость полета кумулятива 850. Также он еще летит навесиком и стрелять тяжело. Так что нужно заряжать кумули, когда ты уже собираешься пробивать что-то более-менее бронированное, но не едущее далеко. Ну и фугасы очень хорошо помогают против ватных танков. В целом урон наносить на десятки можно, побеждать и приносить пользу для своей команды можно. И в целом танк вышел неплохой. Конечно, из минусов плохой обзор и бредовое управление. Также еще хочу заметить, что у десятки, да и в принципе у всей остальной ветки, довольно-таки неплохая маскировка. На 10 уровне у меня маскировка дошла там до 40. Когда попадаешь в топ, тебя иногда вообще не замечают, хотя казалось бы, вот враг уже очень близко и ты сейчас засветишься, но иногда бывает, что не светишься. Наглеть, конечно, не стоит, но нужно помнить, что маскировка есть. Обзор базовый 350 можно разогнать до максимального, но это все равно будет не так уж и много обзора, поскольку, чтобы светить лучше, надо больше обзора, чем максимальный. Но светить этот танк может, за счет лютой маскировки. Также пушка еще очень сильно стабилизированная и точная, стабилизатор на этот танк ставить не нужно. Я играл без стабилизатора, и даже на скорости 80 км, когда вы едете, можно спокойно ехать и кому-то выцеливать уязвимые зоны. Тратить слот под стабилизатор на этом танке не советую, поскольку это лишняя трата того, что и так очень хорошая. Лучше поставить просветленку и вентиляцию, плюс досылатель для того, чтобы видеть лучше. Ну и досылатель для того, чтобы пользоваться своей альфой как можно чаще. Поскольку альфа 390 для такого быстрого танка это довольно-таки хорошо. Рекомендую ли я прокачивать ветку колесных танков? Ветка колесных танков проходится легко только до 7 уровня. Дальше уже нужно потеть очень сильно и нереально. И в целом ветка ЛТ, допустим, советская, более простая в освоении, в управлении, в приятности и более универсальная. Колесная же ветка очень сложна. И советую я ее прокачать только тем, кому уже скучно в игре и нечем заняться. И хочется чего-то необычного. И то не факт, что оно им зайдет, и не факт, что они на нем смогут играть. В целом, больше всего мне понравились ветки 7 и 10 уровень. На мой взгляд, восьмерки чуть-чуть не хватает обзора. Также еще лишнее притормаживание при переключении режимов на 8 уровне. Ну и девятки не хватает чуть-чуть альфы. 240 на 9 уровне это что-то не очень при остальных минусах. С вами был Варчик, играть красиво, пока!